Ребятушки, всем привет! Всех-всех-всех вас целую, люблю до луны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет обзор. Обзор всяких всевозможных платьев. Платья я привезла штапельные, как вы и просили. В общем, девочки, вот такое вот первое платье. В общем, что будет сегодня в обзоре? Чтобы вы знали анонс. В общем, сегодня будет, девочки, тюль, которую я довезла новая, и тот тюль, который у меня есть в наличии, я в описании под видео, то есть в первом комментарии под видео, закреплю ссылочку на предпоследнее видео с обзором. Там в самом начале, то есть не надо там долго листать, в самом начале тюль. Не помню, сколько вариантов, все эти варианты есть у меня в наличии, потому что я ее довезла. И сегодня просто дополнение, новый тюль я покажу, который я привезла, который тоже есть в наличии. Потом вчера, девочки, выложила видео, где я купила тюль себе в комнаты. Сразу было очень много вопросов, эти комментарии также и остались. А что это вы вот тюль себе покупаете, а что вот это, со своего магазина это не взяли? Девочки, у меня тюль, почему бы я не взяла? Я бы его, конечно, с радостью взяла бы. Вот этот тюль, который я продаю, он у меня висит на кухне. Просто по комнатам мне с орнаментом не подходит. Мне надо что-то такое вот однотонное, да, что-то такое вот... Ну, вы поняли, то, что я вчера купила, в наличии у меня такого нету. Брала я его на той же оптовой базе, свой тюль, на той же оптовой базе, на которой привожу тюль на продажу. Поэтому, чтобы вот таких вопросов не возникало, может кто-то думает, наверное, она плохая, поэтому она себе ее не оставила. Наверное, нет, девочки, это ничего нету там плохого. Тюль весь хороший, я бы его весь себе оставила, если бы мне было куда это все завешать, да. Но вот у меня по интерьеру подходит вот тот тюль, который я выбрала, да. С орнаментом не подходит в комнаты, потому что в комнатах нет ни покрывал с орнаментами, никакого орнамента, ни обои с орнаментами, поэтому с орнаментами мне не подходит. В общем, я вам объяснила, почему я тюль не оставила себе тот, который, допустим, я продаю. Хотя брала его на той же оптовой базе, на которой беру тюль на продажу. В общем, я думаю, вы меня поняли. В общем, девочки, начнем. Первый вариант. Это вот такие вот штапельные платья. В общем, я долго думала, какие мне платья брать, потому что платье должен быть ассортимент, должна быть расцветка, какие размеры, какое что. И, в общем, я, девочки, долго-долго вчера ходила и поняла то, что надо. Платье, которое идет на много-много размеров. Вот это как раз эти платья. Сейчас я вам покажу расцветки. Там большое буйство расцветок. И, в общем, смотрите, девочки, вот я ношу 54 размер. Как бы, да? Одела, и оно мне и небольшое, и оно мне свободное, и оно мне не в обтяжку, но эти платья-трансформеры, то есть они идут на объем груди 130. В общем, смотрите, девочки, видите? На объем груди 130. Также это платье может одеть 56 размер. Также это платье, девочки, может одеть 58 размер. И также это платье может одеть 60 размер. То есть вы уже сами оперируетесь на объем груди 130. Здесь под грудью идет вот этот поясок-фиксатор, видите? Вот, видите? Вот это платье в незавязанном виде получается вот так, как бы оно большое. Но мы фиксатором все подобрали. И получается, что это платье может одеть человек с 54-го по 60 размер. Вот, объем груди уже меряете. И кто на 120 грудь может? У меня, девочки, объем груди 108. Вот, видите, все. Платье сидит шикарно. Не оно мне не больше мерит, как бы, да. Но также и на объем 120 может его одеть в грудь. И на объем 130, девочки. Вот эти фасон вот этого платья, то есть все. Живот, проблемные какие-то места, видите, оно все-все скрывает. Два кармана вот таких, рост у меня, девочки, 1,62 м. То есть я не маленькая и не высокая, и, в общем, скажем, средний такой, да, у меня. Средний размер высоты, как там это правильно сказать? Средний рост, да. Вот, и на средний рост, девочки, мне это платье по щиколотку. Кто у нас идет там 1,50 м, 1,52 м, конечно, оно будет длинное. Если вы приобретете, то придется его резать. Но и еще один момент, то, что вот у меня руки под себя подбираю. Вот себе я такое делаю, видите, вот такие вот рукава, у меня все это скрывается, все закрывается. И многие девчата писали, привези платье, именно чтобы закрывать руки. В общем, получается рука в 3/4. И сейчас я вам буду показывать расцветки по этим платьям. И чтобы мы с вами друг друга понимали,
Вы уже говорите там, на не все, вот я выбирала платья на все расцветки, на свой вкус. То есть все, которые я бы, допустим, одела, да? И вы уже говорите, мне там побольше красного, побольше желтого, побольше синего, кто какие цвета предпочитает. И, в общем, смотрите, девочки, вот такая вот расцветка есть. Это все, сейчас я говорю о платье вот этого, вот этой модели, вот этого фасона. Вот такая вот расцветка есть на синем фоне, желтые цветочки. Дальше. Вот такая вот расцветка, примерно как у меня, но уже, вот видите, с другим вот оттенком. Видите, с другими, да? Вот. Вот, вот такая расцветка есть. А там уже будете писать, будем определяться, какое вы хотите. На голубеньком фоне есть такая расцветка. Вот, видите. Потому что их все открыть невозможно. Платье привезла очень-очень много. Вот такая вот расцветка есть. Так, эту я вам показывала. Вот такая вот расцветка есть. Кто-то может от скриншотит уже сразу знает, что не подходит, да? Так. Вот такая вот голубенькая тоже расцветка есть с нежными цветочками. Все, ни одно платье не повторяется, девочки. Все разные. Вот такой пудровый цвет есть. Вот такой вот красненький цвет есть вот с такими цветочками. Это все, вот это, девочки, модель. На белом фоне, девочки, вот такие цветочки. Дальше. На синем фоне вот такие цветы. Все расцветки, девочки, красивые. Все. Желтенькое вот такое вот. Видите? Ярко-летнее. Так, ну и все, да? Да, вроде все расцветки по этому фасону, девочки, показала. В общем, цена 1500 до объем груди 100 до 130. Смело. Вот, смотрите. Видите, я очень обожаю такие вещи, которые один фасон идет на очень много размеров. Я и по вязаному рынку это подбираю, чтобы не было вот 48-48, 50-50, а чтобы этот размер подошел и на такой размер, и на такой размер. В общем, считаю, что очень классные, очень нарядные, девочки, платья, очень. Я всегда перед обзорами тороплюсь, а так вот можно было бы, у меня столько бижутерии. И серьги дополнить, и сюда что-то повесить, да. Также, девчата, пока платье еще дальше будет обзор. Платье есть и по 700 рублей у меня, я вам сейчас покажу. И, в общем, смотрите, привезла вот такие летние сумки-шоперы. Я почему-то считаю, что они очень даже подходят вот именно к этим цветным платьям. В общем, вот такая сумка-шопер. Видите, в разных тоже расцветках. Здесь получается один, девчата, отдел. Вот такие вот канатовые ручки. Тоже летний вариант. Вот. Под эти платья, да еще шляпки, которые я показывала в том обзоре. Вот такой вот шопер. Хотите так. Хотите так. Все. Кто любит шляпки, шляпку одел. И сейчас покажу вам расцветки, девчата, по этим шоперам. Шоперы эти стоят 600 рублей, девчата, 600 рублей. Летний такой вариант. Вот такая вот канатная ручка. Видите, один отсек. Накидали сюда расчесок, денег, кошелек, телефон и все. И, в общем, у нас какие идут расцветки. Вот эту, что я показала. Все тоже не повторяются. Вот такая вот с бабочками. Дальше. Вот такая с бабочками. Вот такая с бабочками. Вот, вот такой вот шопер с совами. С бабочками. Вот такой вот яркий прям. Так, дальше. Вот такой вот, девчата, шопер. Вот такой вот. Вот такая вот расцветка. Все они по 600 рублей. Вот такая расцветка. Вот такая. Видите, ни одним, сколько у меня их есть, и ни одна расцветка не повторяется. Дальше. Дальше.
Дальше, девочки, идем по платьям следующим. Они тоже идут на объем 130, но у них будет чуть-чуть другой рукав. Так, девочки, следующая модель. Вот такая, вот видите, длина такая же по платью, принцип тот же. Также вы это платье можете носить с 54 по 60 размер, у тех, кого идет объем груди 130. Точно так же здесь все вот это дело завязывается, вот, видите, и мне это платье получается на 130, оно мне тоже, девочки, как раз, вот, все, затянули, и оно на сколько размеров. И, в общем, в чем отличие первого фасона платья и второго? Здесь также идут карманы. Вот. Вот так вот это дело все смотрится. Но здесь уже рукав идет, где там идет, девочки, на резинке. Здесь рукав идет с воланами. Вот. И вы мне уже говорите, мне рукав на резинке, либо вот такой вот рукав. Получается, у него идет полная длина у этого рукава, видите? А там идет рукав в три четверти на резиночке. Вот, и вот этот фасон вы тоже можете одевать с 54 по 60 размер. Расцветочки тоже вам сейчас покажу. Всякие разные, всевозможные, летние, яркие, нарядные. Вот сюда прям напрашиваются красные серьги. У меня, кстати, есть красные серьги. Мне одна моя подписчица, она высылала прям такие крупные красные. Но я все это дело всегда забываю, девчата. Тоже вот такая вот длина, видите? Рост 1,62 м до щиколотки. Также и на рост 1,70 м, и кто есть выше, прям смело подойдет. И 1,65 м, ну, в общем, вы поняли. Вот. Тоже летние, нарядные. И вот одно платье, на сколько, девочки, размеров. Вот, мы его, видите, вот оно мне как раз, оно мне хорошо. Но стоит его развязать. Вот. Видите. Завязываем опять. Вот, распрямляем вот по всему периметру вот эту сборочку. И получается это платье на 54 по 60 размер просто шикарное. Вот такая вот красота. Так, и сейчас я вам покажу по ним расцветки. Так, расцветки у нас по ним идут. Это вот такой вот в горох, темно-синяя, в белый горох. Штапель хороший, девочки. Уж что-что, по штапелю тоже цена также 1500. Я когда, девчата, в весе была, ну, я не знаю, тогда не было, что ли, такого разнообразия платьев, да? И я покупала штапель. Штапель мне обошелся тогда 1500. Нет, 1800, нет. Я помню, что мне платье обошлось 3000, я покупала штапель, потом его отвезла, мне его пошили, пошили этот штапель. И, в общем, в конечном итоге цена платья мне обошлась 3000. Как я им дорожила, как я его берегла, потом уже оно все, уже, понимаете, я его относила тогда 3 сезона, 3 сезона штапель, чтобы относить. Оно уже начало крошиться, я потом его отнесла, мне его обрезали, сделали мне из него тунику. Потом я в этой тунике ходила дома под лосины, потому что с моими размерами тяжело было мне что-то найти. Потом, девчата, вот такая вот расцветка идет по этому платью, то есть вот с таким вот рукавом. Вот, видите, вот такая вот расцветка с полномерным рукавом. Дальше. Ну, вот такая вот. Видите. Так. Вот такая вот темно-синий цвет. Так, это такая же расцветка, как на мне. Вот такой вот горчичный цвет с вот такими цветами. Ну и горошки, потому что горошек очень многие любят. Поэтому горошка привезла, девчата, побольше именно на вот этот вот фасон. Вот. Вот такой горох. Тут и крупный, и мелкий, и всякий. Я вот как горох всегда вижу, мне кажется, это красные шлепки под него, красная сумка под него. Вот, мне почему-то горох вот всегда с этим ассоциируется. Также по платьям вот с рукавом на резинке одно тоже себе оставляю. И нарядно, и красиво, и не жарко, девчата, и гуляет все, и все свободно так. В общем, поняли по этим платьям. Теперь начинаем платье следующая модель. Так, следующая модель. Здесь уже ничего, девочки, не затягивается, не утягивается.
Вот такая вот свободная моделька. Это идет на размер, девчата, 56. Вот, видите, на размер 56. 54 это будет выглядеть как на мне. Вот, видите. Расцветки по ним тоже, буйство всяких расцветок. В общем, вот с полосками. Вот такие вот полоски по нему идут, вот как на мне. Видите, только разного цвета. Также оно есть вот такой расцветки. Цена также 1500. 56 смело. Длина, девочки, вот чуть-чуть выше тех платьев, которые я мерила. Вот. 54 вот так вот свободненько, просторненько будет смотреться, как на мне. 56 это будет прям вот его родной размер. Так. Вот такая вот расцветка есть по этому платью. Вот видите. Такие яркие, сочные, насыщенные все цвета. Прям четкие. Так. Также по этому платью очень много вот этих вот с полосками, как на мне. И вот такие вот, девчата, расцветки по этому платью. Вот, видите. Такие, не, смысла не имеют, то есть, вот эти расцветки. Вот, видите, просто цветочки всякие, всевозможные. Ну, нарядно, девчата, очень красиво смотрится. Вот в этих платьях уже карманов нет, видите. Вот. Модненькие, нарядные, летние. Не жаркие, свободные. В общем, смотрите, вот этот размер 54-56. Но 56 вот прям самый будет родной его размер. Здесь уже нету пояска, здесь уже ничего не затянешь, не подтянешь. Вот, сзади это смотрится вот так вот. Так, идем, следующая, девочки, модель. Так, девчата, следующая модель идет на размер 52. Вот, вот это 52. Почему говорю? Потому что я это его накинула на себя 54, но в груди оно мне узковато. Объем груди у меня, девочки, 108. То есть это платье на объем груди 100-105. В общем, оно идет прямое, тоже так же под грудью здесь завязывается. Так что это даже 50-52 размер. И, в общем, вот так вот оно смотрится. Так, карманов у нас здесь нету. Вот, просто прямое, девочки, платье. Вот, видите, вот так вот оно смотрится. Это у нас идут уже квадраты. В общем, это размер 50-52. Вот, 54, оно мне вот, вы, может быть, не видите, но оно, то есть мне в нем некомфортно будет, потому что здесь оно идет в натяжку. Вот, вот такая вот длина тоже. И оно у меня, именно это платье, идет цвет капучино с квадратами. Дальше. Вот такой вот красный, девочки, цвет именно этого платья. Дальше. Желтый вот такой, как на мне. Фиолетовый вот такой вот цвет этого платья. И вот такой вот цвет зеленый. В общем, вот в таких цветах есть это платье. Размер 50-52. На объем груди 100-105. Вот, на 108 уже узковато. Ну, тоже очень так смотрится здорово. Шикарно смотрится. Также шопер какой-нибудь под это платье, да? Давайте этот шопер уже показывала. Давайте вот этот. Так. Ну, что-то ж положите туда, он форму примет. Сейчас он только с упаковки. Вот так вот, да? Вот так вот. Вот. И пошли. Цена, девочки, также 1500. Теперь следующая модель платья. Сейчас они, я вам покажу, платья-тунички. Они у меня по 700 рублей. В общем, смотрите, следующая модель, вот такое платье. Ну, это более такой вариант.
Да какой, любой вариант. Хоть в магазин пойти, хоть дома ходить очень нарядно, хоть на пляж поехать, хоть куда угодно. В общем, девочки, вот это идет размер 52-54. Здесь идет еще вот такой тоненький поясочек. Он вставляется. Сейчас я вставлять не буду, но примерно вам покажу. То есть можно вот так вот этим поясочком тоже как-то подзатянуться, подчеркнуть фигуру. Вот, вот эта вот модель 52-54, цена 700 рублей. Легкий-легкий, тоненький такой штапель. Вот такая вот, вот такой вот рисуночек, видите? Тут у нас что, жар-птица нарисована. Вот, и это платье у нас идет, сейчас я вам скажу, каких расцветков. Вот такая вот расцветка, бирюза по этому платью. Вот такая, как на мне. В красном, девочки, цвете, в желтом цвете. Все, да, красный, желтый цвет, бирюза. В общем, вот такие вот расцветки платья по 700 рублей. Дома ходить в таком платье, это просто прелесть. Это до такой степени, девочки, и нарядно, и легко, и свободно. И тем более сейчас 700 рублей, ну что это? Чем в халате в каком-то, да, летом париться, вот. И длина такая хорошая, на рост 1,62 м. То есть платье ниже колена, вот. Красотища. И легкий-легкий прям такой штапель, прям вообще вот просто облегченный. Так, вот. И рукавчик такой, видите, вот. Ну, конечно, рукав не мой, видите, руки стараюсь по-всякому спрятать, чтобы их не было так видно всех этих таких мест. Ну, примерно, чтобы вы понимали, все равно, когда вещь на себя оденешь, ты примерно уже понимаешь, о чем идет речь, нежели его вот показывать вот так вот, да? Это тяжело понять. Ну, в общем, вот, девчата, дальше. Идут у меня сарафаны. Это большие, девочки, размеры. То есть, они в объеме доходят до 160, но, конечно же, 160 ты их не оденешь, правильно, в чистом виде, все равно оно же не должно обтягивать, поэтому, кто носит, девчата, у кого объем груди, то есть оно и в груди идет 160, вот этот сарафан, оно также и в бедрах идет 160, но лучше его одевать девчатам, кто в объеме 145-150. Вот эти сарафаны, девочки, стоят 1300. Сейчас я вам примерно одену, покажу, как это смотрится. Вот, я уже предварительно все замерила. Расцветок тоже буйство всяких по этим сарафанам. Также девчатам, кто в объемах 140, 145, 150, дома на лето спасение. Просто ходить вот, ходить дома в таком, девочки, сарафане. Вот, ну вот видите, это 150 идет. То есть вот тут вот прям... Две меня влезут смело. Ну, примерно, чтобы вы понимали, что такое вот этот сарафан. Вот. Цена 1300, длина вот такая вот, видите. То есть можно в нем и работать, и все. Но впритык брать не стоит. Если у вас 160, на 160 не надо брать. Он вас обтянет. А вот 140, 145, 150, девчата, смело. И сейчас я вам покажу по ним расцветки. Так, девчата, я переоделась вот в это платье, которое в горошек. Вот видите, что я вам показывала. Вот так вот смотрится горошек. И, в общем, по сарафанам, то, что я сейчас показывала, большие размеры, расцветки, прям буйство тоже идет, и ни одна, девчата, не повторяется. Вот такая вот расцветка по сарафану. Дальше. Вот такая с красненьким. Вот, видите. Вот такая расцветка. Тоже штапель легкий-легкий такой. И штапель хороший, девчата. Тусклых нету цветов. Все такое яркое, насыщенное. Вот такая вот расцветка по сарафану. Дальше. Да любая, тут вот какую не возьми, все расцветки, девочки, просто на ура. Смотрите, вот такая вот расцветка. Дальше. Вот такая красная. Вот такая вот расцветка. Вот такая вот. Вот такая вот. В общем, все яркие-яркие, все насыщенные. И, по-моему, ничего нету, никаких повторов. Все идет просто разное. Так, что еще не показывала из тараканов. Вот такая вот расцветка. Вот такая вот расцветка. Вот такая вот сирень, что ли. Ну да, сирень. Вот такая расцветка.
Так, ну, в общем, девочки, по платьям, по сарафанам мы закончили. В общем, вы поняли. Сейчас продолжу, вот это все уберу, продолжу свой обзор сзади. Вот, я прям рада, что вот эти вот платья привезла. То, что вот одно платье идет на сколько, девочки, размеров. Ну, вот смотрите, скажите, где оно мне большое? И точно так же, где кто оденет на 60 размер, девчата, оно ему будет как раз. Но мерите свои объемы. По бедрам вы, конечно же, проскочите здесь в любом случае. А по груди мерите, чтобы ваша грудь, если будет превышать 130, то это уже платье, девчата, будет маленькое. Вот. У кого объем до 130, смело. Вот, видите, объем 108 как раз. Объем 115 тоже будет как раз. Объем 120 тоже будет как раз. 125-130, все это, девочки, будет вам как раз. В общем, вот такая вот красотища. Дальше, девочки, привезла ночные рубашки. Цена их 600 рублей. В Васильке даже нету таких цен. На сорочки на эти. Но размеры здесь прям зашкаливают все пределы. И, в общем, смотрите, самый большой размер, и причем размеру, девочки, соответствует. Это размер 66-68. Вот такие вот сорочки ночные. Я вам сейчас даже в объемах скажу. 66-68 это сколько в объемах получается. Как бы самые обычные, простые сорочки. Хороший такой трикотаж. Ну вот, поняли, да? Его сразу видно. Все знают эти сорочки. И вот это у нас идет размер 66-68. И сейчас, а вообще они идут у меня с 58 по 60. И, девочки, цена 600 рублей. Таких цен уже просто вообще нет, уж говорю, даже в Васильке. Сейчас я замерю, скажу вам, девчата, объемы. В общем, размер 66-68, он идет, девочки, на объем 170. То есть в лежачем виде, не в растянутом, ничего. Так что сорочки размером соответствуют. В общем, вы поняли, с 58 по 68 размер, цена 600 рублей. Вот, в наличии они у меня будут, потому что девчата, кто вот прям, ну, зашкаливает, понятно, 58 можно везде купить размер, а вот 66-68 кто-то берет, говорит, я выписала там-то, да, размеру не соответствует. Но я, девочки, всегда размеры, я понимаю, если написано 60-62, не стоит этому верить, да, то есть ты должен все замерить по объему. По объему тот только должен понять, подходит ли это на размер. Поэтому я всегда говорю, замерьте свои объемы, пришлите мне, если я где-то в чем-то сомневаюсь. А уж тем более, где XL, 2XL, это мне ни о чем не говорит. Всегда надо замерять по объему, чтобы примерно понимать, что вещь будет как раз. Что я, девчонки, не могу налюбоваться этими платьями, очень мне нравится. В общем, прям вот, а какой-то оставлю себе. Прям все перемерю, и вот что моя семья скажет, вот, какой-то из них оставлю себе. Дальше поехали. Так, а дальше у нас, девочки, идут. А, привезла я лосины. Сколько у меня их просили? Просили по две, по три пары положите. И уже кто получил, они дозаказали еще. Ну, лосины тогда у меня закончились. Это размеры гиганты, то есть смело, девочки, до 72-го прям смело. То есть те, которые я привозила, они на 70-й, шикарно, а эти, девочки, еще больше, еще лучше тянутся. Посадка, девочки, высокая. В общем, смотрите, также состав у нас идет 85% бамбук, 15% полиамид. В общем, смотрите, высокая посадка. Вот, смотрите, девчата, тут 72-й, как бы не 74-й, залетел просто на ура. То есть эти, которые привезла, еще даже больше тех, которые я привозила. В общем, вот эти лосины, девочки, стоят 600 рублей. Вот, в размерах даже можете не сомневаться. Скатываться они с вас не будут. То есть сядут хорошо, будут высоко, не этот. Не будете вы их подбирать, подтягивать. В общем, лосины эти стоят 600 рублей. Капри тоже большие размеры, до 72-го, капри такие же, бамбук, полиэстер, вся такой же состав, а капри стоят 500 рублей, капри идут в обтяжку, то есть ниже колена. Дальше, теперь капри вот такие вот, это до 60-го размера, с 54-го по 60-й. В общем, смотрите, здесь они уже идут с блестками, вот. Вот такие вот блестки. Цена 500 рублей. Посадка тоже высокая.
Здесь у нас идет хлопок 90%, эластан 10%. Цена, девочки, 500 рублей. До 60 размера смело. Вот, видите, они еще и с блестками такие, тоже нарядненькие, под какую-нибудь туничку. Прям шикарно будет. Дальше. Теперь на размер 52-54 вот такие вот капри. Цена также 500 рублей. Так, сейчас я найду, где тут голова открывается. Вот это уже идут на размер 52-54. Состав у нас идет. Состав идет. Эластин 15%, полиамид 85%. Вот эти 52-54, в чем их тут особенность? Вот они идут вот такие, вот видите, по низу. Вы их можете как самостоятельно, как капри одевать, также самостоятельно, ой, можно одевать кукол, кто, девочки, страдает, ноги натирает там. Ой, раньше для меня это была вообще проблема. Сейчас нога к ноге, девочки, не соединяется. Сейчас эта проблема отстала у меня. Я тоже раньше вот такие вот покупала всякие, под юбки, под платья одевала, и колготки резала, и что только не выдумывала, не придумывала. В общем, вот эти вот, которые вот с такой вот отделкой, они идут на размер 52-54. Цена, девчата, тоже 500 рублей. Так, ну и поехали дальше. Дальше, девочки, вот такие вот тунички. Вот, видите, два карманчика. Вот такой вот блестящий вот такой вот рисунок. Видите, тут цветок такой. И, в общем, эти тунички, девочки, стоят 1300, на рост 1,62 м, вот такая вот длина, ну, скажем так, не выше колена, до колена, слегка прикрывает колено. И, в общем, вот эти тунички стоят 1300, в общем, смотрите, вот это у меня 5XL, 5XL идет на объем 110, вот, на объем 110, дальше. 5XL у меня, то есть такого размера, как на мне, это идет вот в таком вот цвете капучино и вот в таком вот синем цвете вот эти тунички. Дальше. На объем 115 это идет уже 6XL. Кто объем 115 носит, тоже идет вот такой цвет капучино, как на мне. И вот такой вот синий цвет. Это на 6XL. Дальше. Кто носит объем 120? 120 это, девочки, 7XL. Точно так же идет цвет капучино, как на мне. Также идет так, темно-синий вот такой вот цвет. И цвет капучино. Это на 7XL на объем 120. Тоже красота. Это вот такого же качества, как я привожу, девчата, в футболке. Вот эти тунички такие же. Это как хлопок со стрейчем, что ли. Ну, то есть, такое качество неубиваемое. Не халатный трикотаж. То есть, носить, носить, не сносить. Стразы эти не отваливаются при стирке. В общем, вот такая вот красота. На лето тоже, девчата, супер. В общем, от объема груди 110 до объема груди 120. Вот эти тунички. Вот. Вот так вот это выглядит все сзади. Вот. Так, девочки, ну и футболки. В общем, футболки у нас идут. Так, вот это вот новая моделька. Буду называть объемы. Вот, видите, вот это все идут стразики. Стразики хорошие, не отваливающиеся. Вот такой вот минимальный рисунок. Это идет на объем 120, то есть это и 58 размер, и 60 размер. Цена по футболкам, девочки, все 1200, а только большие размеры супера, они 1400. В общем, футболка вот эта идет в голубом, девчата, вот таком цвете, который я показала. Цвет пудра, нет, это капучино цвет. Вот такой вот красный цвет яркий, вот такой вот желтый яркий цвет, цвет бирюза. Черный цвет. Так. Вот такой вот синий, девочки, цвет. В общем, по этим первым футболкам вот такие цвета. Размер 58-60. Дальше. Листики. Листики у нас идет на объем 130-135. Вот такие вот листики. Вы их многие знаете, многие уже брали.
Вот, видите, качество футболок отменное, девочки. Знаю, за что говорю. Я уже отправляла, уже этими футболками. Еще лето не наступило, я начала торговать. Уже девчата понабрали их. И вот кто новенький, кто не знает. В общем, вот эти листики, цена 1200. Идут на объем 130-135. И, в общем, они у меня в пудровом таком цвете. В чисто белом, девочки, цвете. В черном цвете. В голубом вот таком вот цвете, цвет беж и цвет фисташка. Вот такие вот цвета по футболкам с листиками. Дальше. Теперь листики у нас идут, которые два листика, то есть там много было листиков, здесь идут два вот таких вот листика. Это, девочки, идет на объем 130, вот видите, вот. И 125, и 130, девчата, будет хорошо. Один листик здесь идет вот такой вот прям блестящий-блестящий. У одного просто вот такое обрамление блестящее. И, в общем, вот эти футболки, которые с двумя листиками, они у меня идут цвет вот такой, как я показала. Пудроцвет, цвет фуксия, белый цвет, темно-синий цвет и цвет фисташка. Вот такие вот цвета по футболкам с двумя листиками. Дальше. Футболки гиганты, которые идут на размер 140-145. Это вот с таким вот цветком. Кстати, вот этот цветок на туничках, что я показывала. Вот такой вот блестящий цветок. Вот видите. Качество тоже все. Вот это все одно качество. Вот те туничек, начиная от тех туничек, что я показала, по всем футболкам все идет одно качество. Хлопок со стрейчем, то есть неубиваемая футболка. И, в общем, размер вот этот гигант 140-145. Вот эта футболка идет цвет капучино, цвет фисташка, цвет вот такой синий, вот такой нежного сиреневый цвет, вот такой вот бирюза цвет. И цвет капучино. Вот, по футболкам гигантам вот такие вот цвета с этим цветочком. Теперь футболки гиганты, которые с карманом. Тоже объем 140-145. Это, девочки, не в растянутом виде, то есть в лежачем, девчата, состоянии. В общем, смотрите, вот такой вот идет цветок, вот такой вот идет карман. Объем 140-145 не в растянутом виде. И, в общем, по цветам. Вот в таком вот синем цвете идет эта футболка. Дальше. Вот в таком белом цвете. Капучино цвет. Цвет беж. Вот такой вот нежно-голубой цвет. Цена у них 1400. Футболки гиганты 1400. Все остальное по 1200. Так, стрекоза. Любимая стрекоза. Я их довожу, девочки, дополняю эти футболки. Наличие они у меня всегда есть. Потому что это и размеры, это и качество, это и красота. То есть не бабушатские какие-то, а все футболочки модненькие. В общем, вот у нас стрекоза. Вот такая идет блестящая. Три стрекозы идет по футболке. Блестящих вот таких вот. И стрекоза у нас идет на 130-135 объем. И она у меня идет в белом вот таком вот цвете, в пудровом цвете, в синем цвете и все, и в белом цвете. В общем, вот такие вот цвета по стрекозе. Дальше. Очки. Очки идут тоже 130-135. Это, девочки, большие размеры. Это 60-е, 62-е, в каких-то моментах 64-е. Вот такие вот очки. Цена тоже 1200. Вот. Она, очки у меня идут в цветах. Синий цвет, цвет беж, голубой цвет. Вот в таких цветах идут у нас очки. Дальше. Дальше. Овалы, девчата. Овалы. Так. Также объем 130-135. Овалы у нас идут вот в таком вот синем цвете и в белом цвете. В общем, в двух цветах у меня остались овалы. Дальше. Звезды, девочки, звезды. Звезды в Африке. Также идут объем 130-135.
кто, девчата, 125, это футболки вам будут большие. Вот такие вот звезды. Видите, блестящие звезды идут, простые звезды идут. Тоже 130-135. Цвета капучино. Вот как у меня. Черный цвет, цвет беж, цвет синий, цвет бирюза по звездам. Это крупные звезды. Вот, чтобы мы друг друга понимали, это крупные звезды. Теперь звезды мелкие с фейерверком. Их 3 штучки осталось. Также они идут. Так. Они у меня все остались на объем 130. 130. В общем, смотрите. По звездам. Звезды с фейерверком. Вот. Видите? В общем, вот в таком вот синем цвете у меня остались звезды с фейерверком. Бирюза цвет и черный, девочки, цвет. Это по звездам с фейерверками. На объем 130. Цена также 1200. Так, что я из всего этого еще не показала. Также, девочки, вот эти футболки в горошек, они у меня есть. Вот, они размер и 52, и 54, и 56. В общем, смотрите, тоже качество такое же. Хлопок со стрейчем, то есть неубиваемые футболки. Это не на один сезон. Все вот эти футболки, что я показала, это не на один сезон. Вот такая вот золотистая штучка здесь идет. И, в общем, вот эти горошки. Горошки у нас идут в желтом цвете. Горошки у нас идут в голубом цвете. Цвет бирюза. Цвет фисташка. Красный цвет. Так. И цвет пудра. Вот в таких вот цветах у нас идут горошки. Так, ну и все, девчата, по футболкам вам я все показала. Вот эти футболки, которые гиганты, у меня их прям вот, ну, хватит всем. Прям очень много. Вот, я их прям набрала так хорошенько. Так, дальше, что у нас еще по футболкам? Так, а по футболкам у нас вот эти полосатики. В общем, они у меня 3XL, это на объем 120. И 2XL, это на объем 115. И я вам сейчас покажу, в каких они есть расцветках. Качество такое же, качество хорошее. Так, вот это у нас идет на объем 115. Вот, видите? Это идет серый цвет с синей полоской. Вот. И, в общем, на объем 115 они у меня идут вот в таком вот цвете. Цвете пудра. И синий с белым, то есть как тельняшка. Это на объем 115. На объем 120 такие же футболки осталось 2 штучки. Вот в таком вот цвете беж с синим. И синяя с серым. Цена также, девочки, 1200. Так, девчата, ну и теперь тюль. То есть я вам объяснила, я оставлю ссылочку на предпоследнее видео в описании. В комментарии первым закреплю. Весь тот тюль у меня есть в наличии. И из новых, что я привезла, это идут вот такие вот розы. Это цвет шампанского. Высота получается 2,70. Цена, девочки, этот тюль стоит 400 рублей. В общем, вот этот цвет шампанского. Вот такие вот розочки с переходами. Вот такой вот рисунок по ним. Вот, смотрится шикарно, девчата, весь тюль. Это кто-то говорит, когда это была модная сеточка, девчата, сейчас весь тюль делается на основе сеточки, начиная от бюджетных вариантов, кончая самыми дорогими. Вот, и вот это у нас идет сеточка, производство это Турция, цена 400 рублей, розочка в цвете шампанского. Так, еще один вариант с розочкой, то же самое, только идет в чисто белом цвете, тоже вот с такими вот переходами, вот такой вот рисунок между розочек, вот в чисто белом цвете, высота 2,70, цена, девочки, также 400 рублей метр. Так, еще один вариант, чисто белом цвете, вот с такими вот мелкими цветочками идут, вот с такими вот переходами до самого верха, цена также 400 рублей, высота 2,70, вот.
уже объясните за сегодняшний обзор, то есть в последнем обзоре у меня их всего 4 вида будет. И тот тюль, который в том обзоре предпоследним был, он уже по номерам весь. Первый номер, второй номер, третий номер. Этот номеровать не буду, их всего 4 штуки. Объясните. Тут мелкий цветочек, 2 вида розочек, вот, и вот такой вот цветочек. И просто сеточку сейчас покажу. Так, и вот он, собственно говоря, вот эта сеточка. Кто-то там писал в комментариях, кто сейчас сеточку, девочки, у меня эту сеточку, то есть я, не имея ее в продаже, у меня больше заказывают сетку, я ее привозила по заказам. А вот это вчера поехала, уже привезла ее сама. И вообще это называется цвет жемчуг. Вот, он такой, знаете, не чисто белый. Его сейчас вешают на ура, то есть здесь нет никаких цветочков, ничего нету, но он красиво подходит под теневые занавески, знаете, в таком каком-то стальном цвете теневые занавески, потом цвет шоколад с таким вот отливом блестящим, вот, вот эту сеточку одевают, и вот эти теневые занавески там на подхватах или как хотите, вот, в общем, эта сеточка у меня есть тоже в наличии, цена 400 рублей, высота 2,70, вот, видите. Так, ну и все, на этом я свой, девчата... А, нет, еще не все показала, сейчас еще 2 секунды. Вот, сейчас еще кое-что покажу, и на этом свой обзор заканчиваю. Так, дальше, девочки, последние футболочки. Это у нас идут на размер 56-58. Это связанного рынка. Это новинки. В общем, тот товар, что на той неделе показывала, он весь есть в наличии. Я просто дополнила его. Вот, уже повторяться показывать не буду, показываю новое. Вот, это все есть в наличии, детские платья и всякие футболочки вязаные, всякие кофточки, все-все, двоечки, мужские футболки и кольчуги, и полоску, все это, девчата, есть в наличии. Кто не понимает, зайдете в первый комментарий, под видео будет закреплено это видео с предпоследним обзором. В общем, вот такие вот футболочки. Цена их, девочки, 800 рублей. Я тогда привозила такие кофты. Рукав был только в 3/4. Теперь вот это футболочки. Это 56-58 размер. Цена 800 рублей. В общем, эта футболка идет вот такой вот горчичной расцветки. Это чистый хлопок. То есть это уже без синтетики. Так, и вот в такой вот, девочки, расцветке. WhatsApp свой оставляю, пишите в WhatsApp. Вот, кто-то и пишет в Telegram, ну, желательно, конечно, в WhatsApp. Telegram уже я, девочки, потом открываю, потому что не могу до сих пор еще к нему приспособиться. Для меня это чужеродное инородное тело какое-то. Вот, и вот такая вот расцветка, это уже идет цвет лен, также 56-58. Видите, цена 800 рублей, девчата. Так, ну и все, на этом я свой обзор заканчиваю. Кто новый, кто не знает, как происходит заказ. Заказ происходит так, то есть вы пишете все, что вы хотите. Делайте скриншоты. В общем, мы как-то с вами изъясняемся, понимаем друг друга, что вы хотите. Ну, желательно, девочки, конечно, скриншоты. Вот вы отскринили мне вот это, вот это, вот это. Все быстро, четко, ясно и понятно. Вот, я собираю вашу, вы мне пишите, когда мы уже определились, что у меня это все есть, что вы хотите, пишите мне свой адрес, индекс, кто будет получать посылочку. Я ее оформляю, присылаю вам трек-номер для отслеживания посылки, считаю весь товар вместе с суммой почтовых расходов, потому что почтовые расходы я уже знаю, я отбиваю уже и трек-номер, и почтовые расходы, это все делаю дома, до того, как я везу на почту. Считаю вам товар с почтовыми расходами, высылаю вам карточку, вы оплачиваете, я посылочку отправляю. Почтовые расходы плачу здесь я при отправлении, вы при получении просто забираете с почты посылочку и все. Ну и как бы все на этом. Посылки мои, кто, мои клиенты, они есть постоянные на протяжении уже там больше года. Кто-то уже, ну вот с самого начала моей торговли, это мои прям постоянные клиенты, каждую неделю что-то, девчата, заказывают для себя, для своей семьи, для своих внуков, для кого угодно, и соседкам заказывают, там, допустим, живет какая-нибудь бабушка-пенсионерка, она не знает, как это делать, и вот там моя клиентка для нее заказывает. В общем, посылочки.
Я никого не могу обмануть, потому что это мой заработок. Я на Ютубе, я никуда не испарюсь с вашими 2000, 5000. Есть у меня такие клиенты, кто и на 20, и на 30 тысяч девочки заказывают. Постоянные мои клиенты. Есть такие, кто не доверяет. Если вы мне не верите, не доверяете, лучше не пишите. Есть у меня такие клиенты, вот на днях даже была у меня клиентка с утра. Я хочу то-то, то-то. Давайте все замерим. Давайте. Я давайте рукава мерить, длину мерить, высоту мерить, фотографировать, снимать кучу видео. Короче, уделять очень-очень много времени, хотя его катастрофически не хватает. Самое просто заказ написали, я все понимаю, какой у вас объем, вы мне говорите свои объемы, все, я говорю, вот это, вот это, вот это. То есть все это быстро, просто, я не то, что там на, с потолка беру эти размеры, там вам вместо 60-го пришлю там 54-й. Короче, я всем вот этим утром занимаюсь, а все утро, вот такая вот переписка. Ой, вы знаете, я боюсь у вас заказывать, а вдруг не придет. Ну зачем тогда вы отнимаете мое время? Для чего вы это делаете? Для чего я снимаю кучу этих видео? Развешиваю эти вещи, чтобы... Ну, в общем, если вы не доверяете, лучше не пишите. Чем я с вами трачу ваше свое время, там, целый час. Хотя у меня потенциальный клиент есть, который у меня возьмет. Он не открытый, у меня сидит в WhatsApp, да? А на вас я трачу столько времени, и вы мне в конце говорите, а вот я боюсь, а вдруг вы мне не пришлете. Если вы не боитесь, не доверяйте, не тратьте ни мое, ни свое время. Ну, в общем, девчата, вы поняли. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. Всем пока-пока.